Дорогие друзья, всем привет! Продолжаем разговор о новинках Servimar на 2022 год в преддверии выставки. Следующая новинка — это у нас фонарь Servimar Regal. Реально бомбический фонарь, полностью адаптированный для российского рынка. Я уверен, что это будет просто мега-хит от Servimar на 2022 год. А почему? Потому что мощность 3500 люмен. И при этой мощности в 3500 люмен он реально очень ярко светит, почти как софит. Он горит 10 часов подряд, 10 часов в холодной воде. Мы сами обалдели с этого показателя на самом деле, когда тестировали, но это факт. Помимо этого, он заряжается от USB Type-C, в комплекте идет шнурок. Очень удобная вещь, потому что не нужно с собой таскать дополнительные громоздкие зарядки, куда-то искать розетку, куда их втыкнуть, вытаскивать аккумуляторы. Просто воткнули в прикуриватель от автомобиля шнур USB Type-C, который и так у вас с вероятностью 99% есть в автомобиле, и заряжаете. От пауэрбанка, от ноутбука, в общем-то, в любых условиях вы можете зарядить свой фонарик, это большой плюс. 3500 люмен, 10 часов беспрерывной работы на 100% мощности, важно подчеркнуть. Зарядка от USB Type-C, цена вопроса фонарика, рекомендованная розничная, 10990 на февраль 2022 года. С этими параметрами, если сравнивать с рынком, очень адекватная цена. Гарантия. 10 лет гарантию дает компания Servimar на этот фонарик. 10 лет гарантии, кроме аккумулятора, само собой, но это реально тоже круто. Есть у него индикатор заряда, помимо этого всего. Индикатор заряда, когда мы плывем под водой, мы видим, сколько у нас осталось зарядки. Когда она горит у нас, эта кнопочка, зеленым светом, значит, зарядка более 50%. Загорается красным, значит, менее 50%. Начинает моргать красным, значит, менее 30% зарядки. Кнопка очень интуитивно понятная, удобная, хорошо ложится под палец, и в любой толщине перчатки всегда понятно, включили вы фонарь, не включили, на какой режим включили. Это тоже вроде мелочь, а на самом деле очень полезная и нужная вещь. Нужно еще сказать об этом фонарике, что он так долго работает и достаточно быстро заряжается, что плюс, за счет того, какой аккумулятор там установлен. А аккумулятор там непростой. Там идет спаянный двойной 26650 аккумулятор. Не одинарный 2 26650, а вот такой вот спаренный бочонок. Важный момент. Сюда нельзя ставить два отдельных аккумулятора 26650, фонарь сразу же сгорит от них. Потому что эти аккумуляторы у нас спаяны через микросхемку. Еще один важный момент. Это фонарик нельзя включать на воздухе. Сильно мощный, 3500 люмен. 1000 люмен можно еще включить там и ходить с ним, ничего в принципе не будет. Но 3000 люмен, он просто не рассчитан на такой нагрев, он рассчитан на водное охлаждение, он сгорит из-за этого, поэтому имейте это в виду. Все подводные фонари нельзя включать по инструкции на воздухе, но этот сильно мощный, поэтому достаточно быстро от этого может прийти в негодность. Они уже есть у нас в наличии, уже есть в продаже. Приходите на выставку, собственно говоря, ждем вас на нашем стенде, там будут в наличии эти фонарики, их можно будет потрогать, посмотреть и даже купить.